Вот такие уведомления от Мособлгаз владелец частного дома на улице 1905 года в Ликино-Дулеве получал регулярно, а в ответ тишина. Но когда узнал, что дом планируют отключить, сразу же пошел на контакт. По итогу проверки оборудования газовщики обнаружили небольшую утечку в воде газа к дому. Сотрудники Мособлгаз-сервис сразу же ее устранили и заключили с жителем договор на техобслуживание. Это документ, призванный обеспечивать безопасность жителей. Теперь проверки будут проходить регулярнее. Техническая неисправность газовых приборов и человеческий фактор – одни из основных причин несчастных случаев. На сайте Мособлгазсервис можно подать заявку на заключение договора и ознакомиться с графиком проведения работ по техосмотру.